Сейчас, знаете, всем привет. Не поздоровалась даже. Прибежала домой на обед, увидела комментарий. Мне написала одна дама, что, боже мой, какой кошмар, ей видео дороже, чем ребенок. Люди, которые меня давно смотрят, они прекрасно знают, как я отношусь к своему ребенку, что это самое дорогое, что есть у меня в жизни. И все, что я делаю в этой жизни, я все делаю для него. Работаю на 2-3 работах, занимаюсь попутно еще там какими-то... Дополнительно какие-то есть у меня там всевозможные идеи, как можно заработать деньги. Вы попали на то видео, когда он мне полдня трепал нервы, и уже все мне их практически вытрепал, поэтому у меня была такая реакция. Но это очень редко у меня такая реакция. Обычно я очень терпелива к своему ребенку и всегда лояльна с ним, очень редко на него ругаюсь. И все терплю, все его вот эти переходный возраст, его настроение и так далее и тому подобное. Вот сейчас записываю это видео, и внутри меня крутится мысль о том, что, Юля, ты вообще гонишь, ты ни перед кем не должна оправдываться и что-то кому-то объяснять и говорить. Но, блин, меня это зацепило. Я не люблю, когда люди ошибочно делают какие-то выводы, еще и пишут это на всю страну. Вот, как-то так. Поэтому этот комментарий абсолютно написан вот некорректно. Вот так вот.